Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень интересное печенье «Грецкий орех» с шоколадно-ореховой начинкой. Итак, готовим тесто. В емкость кладем мягкое масло 50 граммов, растительное масло 50 миллилитров, 3 столовые ложки сахарной пудры. Перемешиваем. Масса перемешивается быстро, потому что у нас сахарная пудра. Проблем нет. Добавляем 1 чайную ложку ванильного сахара, 1 яйцо и 2 столовые ложки сметаны. Также перемешиваем. Добавляем щепотку соли и начинаем вводить пшеничную муку с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Все тщательно перемешиваем. Тесто у нас должно быть крутое. Если у кого-то нет, добавьте муку. Выкладываем на рабочую поверхность. Хорошо еще раз вымешиваем, чтобы тесто отставало от рук. И далее делим на 3 части. С одной части будем формировать начинку, а 2 остальные части пойдут на оболочку нашего печенья. В эту часть теста мы добавим колотый орех и колотый шоколад. Вмешиваем. Формируем сначала шарик, а затем раскатываем жгут. Нарезаем несколько одинаковых кусочков. Из каждого кусочка формируем шарик. Стараемся все шарики, чтобы были одного размера. Вторую часть теста мы не раскатываем. Просто мы из него берем необходимый нам кусочек. Раскатываем его в шарик и добавляем туда нашу начинку. И закрываем его как пирожок. Таким образом у нас будет сформовано печенье. Круглый шарик. Таким образом мы сформуем наши все печенюшки. Печенье выкладываем в противень. Прежде чем выпекать, мы его сейчас украсим. Вот у меня есть такие ножницы с тупым концом, детские ножнички. Мы их украсим, печенюшки, вот таким образом. Делаем надрезы. После выпечки они будут очень сильно напоминать грецкий орех. Вот такое красивое печенье у нас получилось. Теперь мы его отправляем в духовку. Температура духовки 180 градусов на 20 минут. Вот и наше печенье готово. Оно очень напоминает грецкий орех. У нас получилось печенье «Грецкий орех» с шоколадно-ореховой начинкой. Это очень-очень вкусно. Всем спасибо!